Всем привет! Варим борщ из крапивы и щавля, еще некоторые ингредиенты и нюансы. За продуктами идем на грядку. Для начала нам нужен щавель. В этом году так много яблок. И груш. Ветка сломалась. Часто бывает такое, или щавель не вырос большой, и его еще мало, или уже срезали на консервацию, и его мало осталось. В таком случае можно дополнить крапивой, борщ получится вкуснее и полезнее. Почти все в сборе. Первым делом ложим мясо, картошку. Морковку, немного пшена, одно яйцо, можно больше, еще два я оставил для другой процедуры. Бросаем лук. Я вот такой борщ, лук бросаю половинками. В зеленый борщ не делаю зажарки. Почему-то мелко нарезанный лук хрустит на зубах, может из-за кислоты щавля. Но это на любителя, кому как по душе. Соль. Лавровый лист. Нарезаем щавель. Нарезаем крапиву. Как только картошка и мясо сварились, можно забрасывать щавель с крапивой. Щавель с крапивой варится быстро, ну минут 10, чтобы не переварить. В это время вытаскиваем яйцо. Взбиваем сырые яйца.
Простой секрет, чтобы было вкуснее, можно добавить еще пару яиц. Можно чисто варить из щавля или чисто из крапивы, но такое сочетание будет и полезнее, и вкуснее намного. При подаче на стол добавляем сметаны. А кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем приятного аппетита. Пока!